Сейчас расскажу вам теорию упоротой обезьяны. Где-то в дремучих джунглях обезьяна обнаружила особые грибы, излучающие свет и излучающие загадочные вибрации. Эти грибы предоставили обезьяне невероятные перцептивные способности и вызвали цепную реакцию изменений в ее организме. Под воздействием грибов обезьяна стала предельно любознательной, исследуя окружающий мир и освоив новые способы выживания. С течением времени и несколькими поколениями эти изменения стали частью ее генетической информации. Спустя тысячелетия эта уникальная способность к интеллекту и креативности передавалась потомкам. Под влиянием измененной обезьяньей линии, предки Homo sapiens начали развиваться в направлении все более сложного общества, изобретения и искусства. Этот фантастический сценарий позволяет взглянуть на эволюцию человека с увлекательной и юмористической стороны, предполагая, что нечто такое, как упоротая обезьяна, могло бы быть источником эволюционных изменений. Однако важно отметить, что это всего лишь творческая фантазия и не имеет научного обоснования.